К вашему вниманию канал «Влог о жизни». Здесь вы найдете видео-анекдоты, мотивационные ролики, а также опросы на улице. Чтобы перейти на канал, жми на аннотацию или на ссылку в описании. Ребята, всем здорово! Давно не было из Китая чего-нибудь чудного-причудного. Из названия вы поняли, что это игрушка Furby, так называемая. Много просили у меня людей заказать эту игрушку. Интересная, уже в принципе пик, наверное, прошел. Но она мне попалась вот буквально 20 дней назад. Посылка дошла за 20 дней за 14 с копейками долларов. Ссылку на магазин я сброшу в описании, потому что я смотрел... У продавца уже под этим лотом продается какой-то другой там Человек-паук, магазин всяких игрушек. Вот если найду еще ссылки на эти игрушки, посбрасываю. Давайте распаковывать, смотреть. Я не знаю, что от этого ожидать. Вот прям вот так вот начнем резать. Опа. Должно быть интересно, весело. В этом видео я, конечно, ее не буду там тестировать. Прям покажу, как она выглядит. Я думаю, такая игрушка достойна отдельного ролика. Вот так все запаковано, все в пупырышках прям. Пупырышки нам нужны, поэтому надо аккуратно все распаковывать. Вот так вот. Так, сейчас мы здесь подрежем. Не хватает мне стола, надо побольше что-то думать. Я думаю, когда-нибудь что-то придумаю. Хочется, конечно, студию, чтобы было прикольно, с двух камер будет съемка. Я думаю, еще все впереди. Так, пленку мы убираем и видим вот такой вот коробок. У-ху. Ну, написано здесь не Furby, я даже по одному написано на Али, здесь по-другому написано. Коробка чуть пострадала. Если кто не знает, это вот такая вот штука, которая с вами там разговаривает. Глаза что-то у нее там дергаются, что-то она там вытворяет. Дети, короче, в восторге. Китайцы тоже. Поэтому сейчас мы с вами откроем. В принципе, здесь все печально так запаковано. Очень все печально. Коробка, конечно, раздолбанная. Я могу сказать, что по упаковке, конечно, минус однозначный. Хотя она и ехала в пленке и так далее, но изначально я понимаю, что коробка была не в нормальном виде. Так, открываем, открываем. Сейчас все вам покажу, не переживайте. Вот так вот это выглядит. Так, вот она Furby, здесь инструкция и больше ничего нет. Работает она от батареек. Батарейки я купил, там 4 штуки нужны. Пальчиковые, короче, вот. 4 штуки. Здесь написано все на английском языке, поэтому я все прекрасно понимаю и вам не расскажу. Так, 10 секунд, как я понимаю, записывает запись голоса и воспроизводит. Ну и, наверное, что-то наподобие этого хомяка. О, Furby здесь примотали жестко проволокой. Так, сейчас мы его отмотаем, освободим. Освободим. Так, освободили. Достаем. Здесь что-то уже вылетело. Вот так выглядит игрушка Furby. Что-то у нее здесь должно все дергаться. Какие-то датчики стоят. Глаза, не знаю, ходят или не ходят. Такие резиново-силиконовые уши. Вот здесь я не понимаю, что с подставкой здесь. В принципе, это вообще как чехол натянут, смотрите. Качество, конечно, выполнение просто суперское. Можно вот так вот сделать. И, ну вот так вот, в принципе, здесь для батарейки сделан отсек. Вот. Здесь у нас включается, выключается, только кнопки нет. Странно как-то, провода торчат. Кнопку, я не знаю, куда кнопка делась, смотрите. Как это включать вообще? Так, отсек есть. Отсек есть. Что еще здесь есть? Ну вот это вот
Я не понимаю, что вот эта одна нога высунута, другая нет. Это может так нужно. Ну давайте, где-то у меня здесь были батарейки. Вот они, собственно, батарейки. Попробуем включить. Хотя бы посмотреть, что это такое. Может, на это и обзор не нужно делать. Потому что приезжала мне это летающая фея за место массажера, который, кстати, я заказал повтор. Он приехал, скоро будет видео для автомобиля. Летающая фея — это что-то. Одноразовая игрушка. Я хотел сделать обзор на море еще, блин, я не знаю, 2 месяца, наверное, 3 месяца назад уже все подготовил, снял. Вот, давай ее запускать, а она не хочет. Не хочет летающая фея запускаться, взлетать. Сейчас попробуем, что этот чувак вообще может. О, прикольно, здесь еще и мини-пальчиковые батарейки. Охренеть. Блин, или я протупил. Или китаец неправильно указал. Сейчас даже специально зайду на лот. Давай, давай, грузись в снэпшоп. Так, работает от... Вот, а, да, а. 3А, это мини-пальчиковые. Вот, блин, а батарейки у меня в машине. Поэтому и я понимаю, что я снова пролетаю. Короче, ребята, вот такая вот игрушка. Как по мне... Так она очень плохо выглядит. Ну, в смысле, сделана не очень. Здесь что-то должно разговаривать. Короче, я думаю, нужно сделать будет обзор. Здесь 3В, 5В. Что это такое? Я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю, что она даже должна делать. Поэтому ее нужно протестировать и показать вам уже, что она может. И нужно ли ее покупать. Пока даже я не вижу кнопки включения и выключения. Поэтому одеваем, все-таки зима, прохладно, ферби. И в ближайшем времени, я думаю, сделаю для вас видео, как эта игрушка работает. Рот большой, но толку от этого никакого, потому что батареек у меня нет. Ну что, ребятки? Больше вам нечего рассказывать, ждите обзор, я постараюсь быстро ее тестануть. Если она запустится, я вам покажу, как это работает. Если не запустится, мы ее спустим с 15 этажа, сделаем краш-тест. Ну, что-нибудь придумаем. Понятно, что просто, чтобы она стояла вот так, ну, за $14, ну, как-то не знаю. В принципе, внешне выглядит прикольно. Я думаю, ребенок был бы в восторге. Я-то не ребенок, меня это все уже не впечатляет. Ну, а для ребенка такая игрушка. Но он должен что-то здесь... А, все, я понял. Это, походу, штуки ходят параллельно, вот так вот, по очереди. И она, типа, наверное, ездит, ходит. Глаза мигают, рот орет. Здесь динамик я вижу. Нужно батарейки, буду тестировать. Все вам покажу, расскажу. Все, ребята, ссылки будут в описании, которые найду. Ссылка на магазин сброшу. Зайдите в магазин для тех, кто интересуется различными игрушками. Из игр, там, Майнкрафт, там, короче, всего валом, я думаю, что-то найдете. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите ферби. Пока-пока. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, делитесь этим роликом с друзьями, подписывайтесь на канал, встретимся в следующем ролике.